редкие кадры подготовки боевого вылета. Ракеты «Воздух-Земля» на вот таких специальных передвижных домкратах их подкатывают к самолетам. К вылету готовятся российские многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Российский истребитель Су-34 готовится к выполнению тактического задания на территории Киевской области Украины. Вылет через пару минут, и полетит истребитель на сверхмалой высоте, не более 100 метров. Это необходимо для безопасности. Ракеты точечного применения, чтобы поразить именно военные объекты противника. Взлет разрешен, и первая сушка эскадрильи поднимается в воздух. За ней следует еще несколько боевых машин. Объект – военная колонна ВСУ. И мы сейчас будем видеть все глазами пилота. Это кадры системы объективного контроля Су-34. Пуск, и ракета уходит. Истребитель резко меняет направление, высоту и берет обратный курс. Доклад по радио. Цель поражена. Это один из самых маневренных и быстрых истребителей в мире, поэтому на выполнение боевого задания ушло не более получаса. Но вот сейчас посадка, несколько минут отдыха для пилотов и очередное боевое задание, боевой вылет. Артем Колодкин, Сергей Корешков, телекомпания НТВ с аэродрома Воздушно-космических сил России на границе с Украиной.